Сколько триммеров, кстати, ты попробовал? D8, ты остановился на D8, да? Да, Мирав. Он лучший. Простой. И он недорогой и... Я бы не сказал, что недорогой. Ну, заметь, ну, 2 с чем-то, это дорого для триммера на сегодняшний нет, день? Машинки, нет. Если стоят по 6 тысяч, нет, по 5 нет. тысяч. Ну, тогда, когда он появился, казалось, дороговато. Ну... Тем более, они сейчас идут со скидкой. Но их нет на лице. Ну, как автомат Калашникова, без отказа. Очень хорошая батарея. Нитенно. Я вообще даже не парюсь, его заряжаю. Там, когда хочу. Когда даже есть возможность. Кстати, как часто ты его смазываешь, пример? Очень редко. Ну это ж плохо. Я знаю. А там редукторное масло вообще существует? Да. Ты ж мне подарил. Ну я в том плане, что ты его делаешь там. Конечно. Подарил и поставил на полку и все. У него есть такое свойство, немножко вот забивается нож. Вот, ну ты же понимаешь, почему он забивается? Если, нет. Если очень густые волосы и резко проводить, да. Идет какой-то сбой. Причем но не только не на этом D8. Да, не справляется, но потом после этого сбоя он перестает стричь. Знаешь почему? Потому что между ножом попадают волосы. Я хотел сказать, попадает даже не между ножом, а там идет такая регулировочная пластина. Вот в эту пластину, когда попадают волосы, да. Он начинает жевать, его сразу же несут на заточку, но точить не стоит. Не, сначала ты должен сам попробовать, достаточно почистить. Его почистить, разобрать нож, потом опять отрегулировать его, и после начать работать, он будет работать отлично. Я понял. Кстати, а что ты скажешь насчет, сколько уже, полгода уже пользуешься на Шо 19-19? Пора точить. Пора точить? Не, это я понятно, потому что сколько людей ты уже обслуживаешь. Я в том плане, что больше плюсов, чем минусов. Да. А минусы какие есть? Плюсы, ладно, не будем переписывать. Вес, да? 650 грамм, да. По-моему, да. Но ты же не забываешь, что там корпус. Не, корпус как раз красивый, но вес как и сеньор, так и 19-19, они, ну, для фрейдера. Сеньор меньше, чуть меньше. Ну, там потом граммы. Верхняя часть пластмассовая идет, нижняя идет. Кстати, недавно делал голосование в Инстаграме. Валь Magic Clip и сеньор. Угадай, кто победил? Большим отрывом. Magic. Да. Конечно. Там не вес, и... Очень хорошая расческа до фейда. У вас она тоже, по-моему, подается. Есть. Просто смахиваешь, да, то, что ты... Нет, она не только смахивает, она еще... То есть мало уметь просто делать фейд, менять насадки. Нужно еще иметь хорошую щетку до фейда. Это залог качественного хорошего фейда.